На самых престижных российских и международных соревнованиях. Живет и тренируется в небольшом городке, недалеко от Москвы, в 100 километрах. Город воинской славы. Город воинской славы Вязьма знаменит тем, что там родился и жил знаменитый российский адмирал Нахимов. Белен, Белен Балунан, Сергей Зуровский, Кисен, Коттери Хамалтадын, Сергите, Омега Белехаин, Желя Хатас! Конечно, все болеют за Евгения Попова. Свой, родной, дорогой. Но очень сложно противостоять такому исполину, как Виктор Калибовчук. Thank you.
долго. Так, на самом деле, я когда-то приезжал в 2009 году, выступал. Мне удалось тогда выступать на мунт-соревновании с такими спортсменами, как Михаил Сидорычев, Михаил Кобляев, Николай Александрович Колодко, вице-президент нашей федерации, который здесь сегодня находится. Вот. И для меня это была честь, но очень, очень большая честь. Но на самом деле я тогда был очень сырой, как говорится, но меня все-таки зацепило на средствах тем, что я тогда занял 8 место. Вот. Но оно тоже было призовым, хочу отметить. Вот. Но меня зацепило тогда на средствах, то есть я как бы не был себе самоуверен, это тоже очень важно. Вот. Но разобраться на средствах мне было, как говорится, нелегко. И стоит отметить тот факт, что на протяжении долгих лет, которые я выступал, многие спортсмены, кажется, которые выступали в других видах спорта, делали одни и те же ошибки. То есть это говорит о том, что спрогрессировать было не так просто на средствах. То есть для того, чтобы прогрессировать, надо что-то придумывать. То есть на средствах вроде простой, но у него очень много всяких тонкостей, технико-тактических действий. То есть на помосте мы можем не созреть только грубую силу иногда, да, вот как сегодня.